Марат Гафуров и Окра Юн в клетке погнали. Сходу обменялись лоу-киками бойцы, и Рай Юн пробил заметно тяжелее. Понял Марат, что не стоит рисковать в стойке с Юном, и быстро пошел в ноги, забрав спину. Ок на ногах остался, но Марат отлично закосплеил рюкзак и начал мучить соперника. Собственно, весь первый раунд прошел именно в таком ключе. Во втором раунде сразу Ок пошел вперед с авоськой ударов, и это было жестко. Все залетело по голове Марата, включая колено. Но как через тернии к звездам, Гафуров через удары соперника добрался до его ног и завязал бой в клинче, прижимая Юна к сетке изо всех сил. Через 3 минуты борьбы у сетки Марат таки стянул Ока вниз, заняв топ-позицию. Но как мне показалось, Юн даже снизу работал более активно, выбрасывал больше ударов и постоянно угрожал треугольником. Так мужчины доработали до гонга. В финальной 5-минутке бойцы задержались в стойке. Ок постоянно давил, заставляя Марата пятиться, Гафуров же отстреливался не очень точными одиночными ударами. И к середине раунда Марат понял, что так биться не вариант. Собрал последние силы и бросился в ноги Юну. Тейкдауна не получилось, однако позицию выиграл Марат и прижал Юна к сетке. Весь остаток раунда бойцы там и провозились. Ждем решения. Единогласное решение в пользу Окра Юна. Поздравляем с победой, а Марату желаем удачи в будущих боях. Слушай, если видос тебе зашел, оформи лайк, коммент и подписку. Ведь у нас с тобой одна общая цель – полные видеообзоры самых громких боев ММА и бокса. Например, уже сейчас ты можешь смотреть у нас на канале полные обзоры ACA, ONE FC, RCC, потому что мы официально сотрудничаем с ними. Теперь мы ведем переговоры о сотрудничестве с UFC, PFL и Bellator. Но для видеообзоров их боев нам нужно 100 тысяч подписчиков. Давай сделаем это вместе, ведь в первую очередь это выльется в оперативные и полные обзоры для тебя. Потому по-братски не поленись, лайк, дизлайк, коммент, подписка. Просто прояви активность от души. Это канал It's Time, я Иван Неуймин, будь здоров.